одного супергероя. Олимпийский чемпион. Чемпион мира и Европы. Алексей Ягудин. А на сцене наш гость из Норвегии, победитель конкурса Евровидения 2009, Александр Рыбак. Года я был моложе, и влюблен тогда был я. До сих пор мне всех дороже первая любовь моя. В сказку я навсегда влюблен, забывая боль. По тебе я схожу с ума. Бывали ссоры, ночь дарила нам любовь. Лишь она могла так ранить, лишь она могла дать крылья вновь. До сих пор не понимаю, как мог ее я потерять. Я ищу ее повсюду, чтобы снова мы могли начать.